YouTube, привет! Сегодня такая тема интересная, называется тамешивари. Это разбивание жестких предметов. В айкидо особо не практикуется. Мало кто видел, что так делали. Ну, не считая известного Стивена Сигала, который разбивал доски, которые все там кричали, они подпилены и так далее. Но, тем не менее, может каждый этим заняться. Сегодня мы будем разбивать вот такие досточки. Как эту штуку я напиливаю, вы увидите где-то вот здесь или вот здесь. Сегодня небольшая подготовка к тому, что мы сейчас будем делать, а именно нам у нас такая доска появилась, хорошая нормальная доска, мы ее сейчас напилим для того, чтобы потом ее будем ломать. Напилим мы ее, ну, так, сейчас померяем, сколько она у нас. 8 сантиметров, вот здесь я уже на 20 сантиметров наотмечал, по 20 сантиметров еще мы сделаем запилы. Опс, кривота, так, вот, 20 сантиметров сделаем запилы. Так, для этого у нас есть очки, вон оттуда, наверное, надо снять. Очки, вот сейчас сюда будет. И у нас есть инструмент, который называется лобзик. Прошу не ржать, это был лобзик. Так, будем мы сейчас аккуратненько это все распиливать. Держим. Вот, доска небольшая, она у меня была для каких-то нужд приобретена и осталась. Сегодня мы будем бить и постараемся ломать их без упора, то есть в совершенно свободном висячем состоянии. Начнем ломать с помощью удара, который называется йокомануче, а потом как пойдет. Удар будет вот такой. Примерно так. Вот. Следующим ударом, которым будем ломать доску, называется ски. Дюдамский. Опять в свободном висении. Доска. Сюда. Будем ломать левой рукой. Не очень удобно, но тем не менее попробуем, что получится. Примерно вот таким такой физкультурой. На этом все. Спасибо за просмотр. Пожалуйста, подписывайтесь, ждите дальнейших видео, ставьте колокольчик, а я вас буду радовать все время новыми приключениями. Всем пока!